8 марта еще не наступило, но в Прииртышье уже царит праздничное настроение. В преддверии Всемирного женского дня представительницам прекрасного пола мужчины поднимают настроение весьма необычным образом. Им дарят тюльпаны в общественном транспорте. Праздник у вас наступающий. По-настоящему праздничная атмосфера с утра сложилась в павлодарских трамваях. Креативные депошники опять удивляют. На этот раз все для прекрасных дам. Совсем неожиданно. Очень приятно. Спасибо всем за такое внимание. Правда, неожиданно. Настроение подняли. Прям вот дальше некуда. Очень хорошо. Спасибо большое вам за то, что вы побеспокоились о нас, женщинах. Мы хотим сегодня подарить по одному тюльпанчику всем пассажиркам, нашим представителям прекрасной половины человечества, подарить, как сказать, весеннее настроение, несмотря на то, что на улице немного холодно, север, Павлодар. В центре мужского внимания, кроме пассажиров, безусловно, и женская часть коллектива трамвайного депо. Именно на их хрупких плечах держится большая часть работы. Каждые сутки на смену выходит больше 100 женщин-водителей. По словам организаторов, акция «Весенний комплимент» – это своего рода намек мужской половине Павлодара. Ведь цветы можно дарить любимым хоть каждый день, а не только в определенные дни календаря. Мы к празднику готовы, ждем наших мужчин, чтобы поздравляли своих женщин. Выбор у нас очень большой, привезли в Голландию, все есть, так что приходите, поздравляйте своих женщин любимых. Любимой жене подарить, чтобы долго хранился, это живой цветок. Дорогие женщины, поздравляю вас с праздником 8 марта, желаю вам счастья, безграничных возможностей во всем. Всего самого наилучшего. Весна в Прииртышье рано не приходит. На улице еще по-зимнему холодно, но горожан это не особо волнует. Весенний комплимент делает свое дело. Ербулаев, Самат Оспанов, Алексей Омельницкий из Павлодара. Итоги дня.